Я сегодня расскажу про практики, которые вы будете делать до завтра. Вика, если что, посмотрит в записи. Не буду никакую предысторию рассказывать, чтобы у вас не было за что зацепиться, как эту практику сделать по-другому. Именно поэтому я сейчас даю прям четкие инструкции двух практик. И сегодня до завтра вы делаете эти две практики, и потом мне расскажете, завтра вы расскажете, что вы почувствовали, что у вас получилось, что не получилось. И я расскажу, что это такое, для чего это нужно. Завтра будет эфир у нас в 21.30. Вот. И я как раз расскажу, мы с вами вот тогда уже поболтаем, что это за практики, что они дают. И расскажу немножечко, что наше физическое тело может сделать, чтобы вам было понятно. И будет следующая практика на следующий день. Вот. Сегодня какие будут две практики? Первая практика – это вы садитесь в удобную позу. Желательно, либо чтобы это было плюс-минус тихое место, но тихое не в смысле, чтобы она была тишина, а чтобы вас не дергали детки, родственники, близкие ваши, на работе кто-то, чтобы вот этого не было. Это может быть в любое время. Лучше, ладно, вечернюю практику я вам завтра скажу, тогда давайте так. В любое время вы садитесь куда-нибудь, очень в удобное положение –